Утреннее небо Тольятти. Для профессора Игоря Панова сегодня день особенный, хотя и начинается с привычных ритуалов. Чайная церемония, медитация у окна как нельзя лучше настраивают на творчество. 45 лет, 45 минут на сборы, 40 километров пути, пятеро друзей, не считая собаки. Выезд на натуру. И как бы ни сверлили затылок лица с незаконченных портретов, свежий этюд на берегу Волги – лучший подарок к собственному юбилею. Мастерской Игоря Панова может позавидовать любой именитый питерский художник. Ради этого помещения с панорамным видом на Автоград тольяттинец в свое время покинул северную столицу. 10 лет скитаний по коммуналкам Питера завершились идеальными условиями для творчества и счастливой семейной жизнью в родном Тольятти. Мне не хватало, живя в Петербурге, наверное, все-таки нашей природы, нашей Волги. Она мне снилась по ночам. Это уникальное сочетание гор, воды и леса, нашего леса, который вот у нас между районами, к сожалению, частично сгоревший уже. Ну, в России, наверное, такого нету нигде. Профессор кафедры живописи Тольяттинского государственного университета, член Петровской академии наук и искусств, существует в профессии вопреки сложившимся стереотипам о богемной неустроенности художника. Бородатые одиночки в вытянутом свитере и с трубкой в зубах никогда не фигурировали даже среди персонажей его картин. Сейчас модно быть здоровым. Все мои вот друзья, вот молодые художники, ну, много. Вот мы, кто-то спортом занимается. Вот, я, допустим, сам 3 раза в неделю в бассейн хожу по утрам, и мои друзья-художники. Кто-то вот бегает, кто-то плавает, кто-то на велосипеде катается. Пить-то некогда, работать надо. В среде коллег Игорь – рекордсмен по количеству полотен. Приемы русской реалистической школы живописи Панов не устает отрабатывать на пленэре. Творческие вылазки на Урал, в Карелию, Алтай, Египет, Германию, Италию, Черногорию для тольяттинца – проверка на профессиональную прочность с привкусом экстрима. Отец 3 детей только в прошлом году побывал в командировках в Танзании, Китае, на Кавказе и в Крыму. На Урале мы нагрузили очень тяжелые рюкзаки и полезли в гору. Это просто было нечто. Тут у тебя рюкзак висит, здесь вот этюдник болтается, здесь холсты, а шагаешь по камням, ну, размером со стол, и трещины между ними. И боишься вот соскользнуть. Вот. Зато остается ощущение послевкусие от поездок. Один позитив. Плюс работы. Выражение «настоящий художник должен быть голодным» Панов успешно опровергает собственным опытом. Его картины отлично продаются во всем мире, несмотря на то, что живописец не гонится за конъюнктурой. Делая для себя, ты делаешь шаг вперед. Делая для продажи, ты делаешь шаг назад. Получается, ты стоишь на месте. Делая для себя, в итоге-то оно потом и продается. Вот к этому надо стремиться. Это, конечно, легко советовать, но как это выдержать в жизни, это как повезет. Ты самое главное делай, а уже небеса подскажут. Марина Баркова, Александр Дмитриев. Программа «Утро губернии» из Тольятти.